ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. За период карантина у нас был один несчастный случай. Это у нас умер страус. У нас есть заключение официальное от ветеринара о том, что сердечная недостаточность. Это вот произошло особенно в период, когда была очень сильная жара. Мы, может быть, с этим связывали, но вот пообщались с ветеринаром, он объяснил, что естественным путем, то есть это произошло. Поскольку не все ограничительные меры еще у нас сняты, точно так же, как и парк в целом, сейчас работает не по общему графику режима, а по сокращенному. Соответственно, и подразделение зоопарк тоже будет работать в сокращенном режиме. График работы с 10 утра до 18 вечера. Меры предосторожности у нас должно быть не более 5-6 человек на территории зоопарка находиться. То есть мы контролируем, у нас 5-6 человек, когда находятся на территории. Других мы пока не пускаем. Одни выходят, другие заходят снова. То есть перед входом у нас есть разграничительные ленты. Дистанцию все равно нужно соблюдать. Масочный режим, поскольку вы все знаете, на воздухе отменен. Работа всех аттракционов, веревочного парка, улей, парка «Жемчужина». То есть все желающие могут прийти. Обязательно только мы сейчас уведомили всех наших арендаторов, которые здесь работают, о том, что меры предосторожности все равно нужно соблюдать. И обработку всех аттракционов точно так же, как мы в парке проводим. У нас очень большая работа по этому поводу проводится. Мы обрабатываем все спортивные сооружения, которые у нас есть, детские площадки. Каждые 3 часа это происходит. Соответственно, у наших арендаторов они тоже должны выполнять все свои требования. Мы будем это контролировать.